Я очень редко ошибаюсь, но вот вышла статья «Дружба дружбой, а табачок врозь». Вайкуле попала в скандал из-за Пугачевой. Примадонна не хочет бесплатно выступать на фестивале своей задушевной подруги. А я о чем говорила? Нафига будет Пугачева бесплатно выступать? С сегодняшнего дня, то бишь сегодня же среда, стартует в Юрмале музыкальный фестиваль этой Лаймы Вайкулы. Она сделала все возможное, чтобы пригласить на него как можно больше звезд. Однако постоянных гостей оказалось очень мало. А вместе с тем и не спешат покупать билеты зрители. Нет никакого дела до тяжелого материального положения бывшего кумира миллионов, кормивший, по ее словам, всю Россию. И чтобы подогреть интерес, она сказала, что будет выступать ее подруга Алла Пугачева. Но Лайму ждал тут большой облом, потому что она, Пугачева-то, прибыла в Юрмалу, но бесплатно она не собирается выступать. Значит, Алла Пугачева оценила, что выступление будет гонорар 250 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет почти 25 миллионов рублей. А если Лайма хочет еще заполучить и мужа Пугачевы, то придется доплачивать еще 150 тысяч или 15 миллионов рублей. Ну, Лайма такие бабки не потянет, потому что залы пустые, люди не хотят идти на ее, как говорится, вот это вот мероприятие. Поэтому Лайма попадает в скандал. Или ты платишь, или они не будут присутствовать на этом, как говорится, мероприятии. И Вайкуле. Короче, попала. Она же всем понаобещала, что там будет Алла Пугачева. Да, она приехала. Да, она приехала с Максимом Галкиным. И даже, наверняка прихватила еще и детишек. Вот. Но. Если Лайма Вайкуле не заплатит, то Пугачева не будет присутствовать на этом фестивале. Так что Лайма попадает по-крупному. Мало того, что пустые залы, мало того, что надо будет живить еще и за вот это вот, сколько дней должно быть этот фестиваль, надо же ведь еще и платить за аренду вот этого залов. Надо еще платить всем, кто будет выступать. А залы-то не наполняются, как говорится. Люди не берут билеты. Так что вот так. Попала Вайкуле капитально, Лайма Вайкуле Вайкуле. Вот так-то. Дружба дружбой, а бабки платить надо. А их у нее нет. Так что вот так. Я очень редко ошибаюсь, но метко бью прям по цели. Подписывайтесь на мой канал. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.